такой китайский фильтр для воды. Знаю, сегодня только купил, установил. В общем, здесь переключается, это обычная идет вода, и переключение на фильтр. Поставил проверить, как он будет работать. Устанавливается просто один хомутик. Тут и отвертка, и все. Тут ребенок и женщина разберется. Проблем с установкой нету. Продается в такой упаковке. Один фильтр стоит, к нему еще дополнительно три фильтра. Такие вот. В магазине сказали, что один фильтр на 3 года, но мне кажется, это лишнее. Что же, 12 лет проработает. Стоит 150 юань. 1500 русских рублей. Не знаю, думаю, можно месяца через 2-3 поменять фильтр. Это напрямую вода, да? Ставь пока. Так, это с фильтра. Так не видно. Справа это с фильтра, а левый, с левой, левый это с крана. И в чем разница? Что-то видно. Вода как вода. Нет, это надо чем-то проверять. Чем-то химическим способом.